Пропавший в Анапе 17-летний подросток найден в Москве. До столицы Кирилл Гринко добрался на попутках. Напомним, в Анапе Кирилл Гринко находился на отдыхе. Он учится в Березанской школе-интернате и раньше неоднократно уходил из нее по невыясненным причинам. Молодой человек нуждается в медицинской помощи. Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Краснодарскому краю, 12 мая московские полицейские обнаружили подростка на белорусском вокзале в столице. Подросток пояснил сотрудникам полиции, что добрался сюда на попутках. Сейчас несовершеннолетний помещен в спецучреждение в Москве. С ним работают сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.